Вчера, как Игорь сказал, что мы шли мирным протестом, никого не трогали. Нас никто не предупредил, что там находятся какие-то дипломаты и так далее. Поэтому мы даже, честно говоря, не поняли, почему вчера был выставлен кордон полицейскими, и не, чтобы нас не пропустить к дворцу, зданию резиденции президента. Ну, все мы знаем, что вчера произошло. Народ решил, что надо за свои права бороться. Поэтому то, что прошло, произошло. Мы считаем, что наши права были нарушены, поэтому вот Павел раздал всем, или сейчас раздаст всем заявление. Вы напишите от своего имени, то есть, кто был вчера, подпишите, мы подадим вот эти все жалобы в Министерство внутренних дел для того, чтобы министр МВД принял решение и наказал того, кто вчера, во-первых, дал приказ такой выставить кордон, и который фактически привел к тем столкновениям граждан Молдовы с гражданами Молдовы. Это, я считаю, что это преступно. Бороться за свои права, научиться отстаивать законодательство, научиться отстаивать конституцию. Мы хотим жить по законам, а не по понятиям. Вчера мы считаем, что был грубо нарушен наше право, было нарушено очень грубо. Право на свободу волеизъявления, право на свободу слова, право на свободу собраний. Приказ блокировать вчерашний мирный митинг, я еще раз хочу подчеркнуть, что вчера была мирная манифестация, он преступен по своей сути. Мы требуем, чтобы министр внутренних дел назвал нам имя человека, отдавшего этот приказ.